Наши коллеги из телерадиокомпании «Алмазный край» в традиционной рубрике «Человек труда» рассказывают о людях, кто своей работой добился успеха. Герой сегодняшнего сюжета – Валерий Мацаков. Работает в специализированном тресте «Алмазтехмонтаж». Человеком, который большую часть жизни посвятил родному предприятию, встретилась Августа Степанова. Начинаем варить непосредственно вертикал металлоконструкции. Сварщик 6-го разряда Валерий Мацаков в «Алмазтехмонтаже» работает больше 30 лет. Ему 55, но пенсионером себя не чувствует. Сварочное дело Валерий Дмитриевич начал осваивать юношей. Тогда не знал еще, что именно это ремесло станет любимым занятием. Творческая работа, в общем. Ну, смотришь, видишь, как электрод горит, ну, в смысле, расплавленный металл. И, в общем, как хочешь, так и лепишь с него структуру сварного шва. Наставник, соратник, старший товарищ, говорят о Мацакове и его коллеги. Не раз побеждал в трудовых соревнованиях, передовик производства. Валерия Мацакова я знаю уже 20 лет. Он сварщик особо важных конструкций варит. Неоднократно награждался грамотами, добросовестно. Электрод, дубила, молоток. Но самые главные инструменты для сварщика, по словам нашего героя, это опыт и знания. Каждый день приходится решать новые задачи. Например, вот эта конструкция, заготовка. Заказ технически сложный. Эти конструкции изготавливаются для шахтного оборудования, для фабрик, котельные установки, для котельных установок, ну и по городу, для подоборудования. Валерий – заслуженный строитель России, заслуженный работник «Алроса». Он строил и промышленные здания, и социальные объекты мирного, удачного и Айхала. Когда сделаешь, да, конечно, душа радуется, что ты вложил там какую-то частицу своего труда. Естественно, гордость берет. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».